Բարեկամներ, երգչուհին, որին այսօր մենք ձեզ կներկայացնենք, դեռ այդքան ճանաչված չէ մեր համայնքում։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք նրան ձեզ ներկայացնել։ Բարև Մարգարիտա։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ քեզ ողջունել մեր Express ծրագրում եւ հույսով եմ, որ այսօրվա մեր զրույցը հետաքրքիր կլինի մեր հեռուստադիտողի համար եւ նա կիմանա որոշ նորություններ քո ստեղծագործական կյանքից։ Եվ այսպես կուզեի տալ մեր տրադիցիոն առաջի հարցը. ինչպես սկսվեց երաժշտությունը քեզ համար։ Սկզբից խնդրանք ունեմ, please Armenian, որովհետեւ հայերենս այդքան լավ չի, որ փորձեմ պատասխանեմ հայերեն, որովհետև հայերեն սովորել եմ մենակ ստեղ Ամերիկայի մեջ, ինչքան ապրում եմ, արդեն կլինի 6 տարի, եւ ծնվել եմ ես Մոսկվա, Ռուսաստան, ավելի լավ ցավան կլինի ռուսերեն, պլիզ։ Ուրախությամբ։ Մերսի։ Итак, начнём нашу беседу, и первый традиционный вопрос. С чего началась музыка для тебя? Я родилась в армянской семье, но в Москве, и родители никакого прямого отношения к музыке не имели, поскольку они были врачами. Но очень любили музыку, пели, и вся семья была очень поющая и талантливая. Наверное, поэтому я и стала артисткой. Ты занималась музыкой с детства? Да, родители пытались меня отдать в музыкальную школу, но... Особой страсти к музыке у меня тогда не было, мне было только 6 лет. И родители посчитали, что, наверное, очень рано для творчества, поэтому... А в дальнейшем ты не начала заниматься профессиональной музыкой или самообразованием занималась? Нет, я занималась музыкой профессионально. Когда я была уже в 5 классе, в школе, у меня было такое страстное желание учиться петь и играть на инструментах. Вот тогда я пошла уже в музыкальную школу. Но была талантливым ребенком, и поэтому в течение 4 лет я закончила 7-летнюю музыкальную школу. Вот, играла на гитаре, играла на фортепиано, сама себе аккомпанировала и пела. Писала музыку, писала стихи. Ну, наверное, тогда все дети были... У всех детей была такая тяга к искусству, знаете, быть на сцене, петь, что-то творить. Наверное, это был просто такой период. Фактически, с детства ты была предана твоему искусству. Да. Любовь куда-то унесет невольно страстный дикий ветер, и мне на юг тебе на север, где чуби свой личный счет. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой милый. Я девчонка уезжаю навсегда, и на тропинке, и на тропиночке мы повстречаемся мы больше никогда. Не будет больше встреч, лишь поздравлений с Новым годом. Придет посланником почтовый, и станешь ты его беречь. И стану я его беречь вдали усталых ритмов сердца. Тебя запомню я навечно, и ночь в огнях сгоревших свеч. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький. Я девчонка уезжаю навсегда, и на тропинке, и на тропиночке мы повстречаемся мы больше никогда. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький. Моя девчонка уезжает навсегда, и на тропинке, и на тропиночке мы повстречаемся мы больше никогда. Thank you.
Гудбай, мой миленький, моя девчонка уезжает навсегда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький, моя девчонка уезжает навсегда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. И на тропинке, и на тропиночке не повстречаемся мы больше никогда. Никогда не повстречаемся мы больше никогда. Как этнограф, после окончания института ты приступила к армянской фольклорной музыке, к армянской народной музыке и песням, или так как жила в России, ты начала деятельность среди русского народа в поисках новых народных песен? Ну, поскольку за годы обучения в институте и в аспирантуре мне пришлось объездить практически всю Россию. Я была на севере, я была на Урале, я была в Брянщине, в Орловщине, в Псковской области, в Белгородской области, в Ростовской области. Я собирала русский фольклор, традиционный русский фольклор. И мне почему-то, ну, наверное, вот гены мои, кровь моя, наверное, говорила, что я должна заниматься армянским фольклором. И я навела справки и узнала о Марго Брутян, которая живет по сей день и творит в Армении, которая занимается армянским фольклором. Мы вели переписку, созванивались несколько раз. Я хотела, наверное, заняться армянским фольклором, но единственный барьер был для меня и самый важный – это незнание армянского языка. Поэтому она мне предложила узнать об армянском фольклоре, находясь в России. И, кстати, она мне сказала о том, что Нахичевань, это вот область в Ростовской области. Староармянская. Староармянская, да. Там я могла бы узнать об армянском фольклоре, чем я там недолго и занималась. Потому что в основном у меня была направлена на работа на экспедиции. Экспедиции проходили очень интересно. Мне приходилось быть на севере, где поселки не имели даже света. То есть старушки, которым где-то за 70 лет, и не имеют света, сидят в своих домиках маленьких под свечкой и поют свои русские старые народные незабытые песни. Но так как мы имели всегда магнитофон с собой, дорожный маленький, мы должны были записывать эти все песни, приехав уже в консерваторию, расшифровывать. Это значит перекладывать это все на ноты и выпускать сборники для того, чтобы студенты могли учиться, для того, чтобы народ знал об истоках русской народной песни. Поэтому приходилось работать как в первобытно-общинном строе. Почему? Потому что света нет, значит, мы не можем использовать магнитофон. Значит, то, что они пели, мы должны были успевать перекладывать сразу на ноты, мгновенно. То есть человек должен был обладать совершенным слухом для того, чтобы это многоголосие сразу же переложить на нотный стан. И тут же сразу догонять и писать все слова. Потому что старые люди, они не любят, когда их разыгрывают. Вот мы сейчас пришли на телевидение, мы знаем, что мы сейчас рассказываем, нас слушают, и это мы делаем для телевидения. Старые люди, особенно в деревнях, этого не понимали. Если они поют, то они поют, потому что это веселье. Очень много грамот и благодарностей ты получила от высших инстанций России за твою работу в русском фольклоре, в этнографии. И, наверное, жалко, что вот незнание языка вот не позволило тебе заняться нашей армянской этнографией. Но надеемся, что вот, живя в Лос-Анджелесе, ты изучишь армянский язык и приступишь к забытому и ценному для тебя, к армянскому фольклору. Да, Армен, но я хочу еще одну очень важную деталь заметить, что сама по происхождению я армянка, и папа, и мама мои армяне. Чистые армяне. Чистые армяне, да. Причем те, из которых, как говорят в Библии, род Саи. Саи род в Библии, это вот откуда пошли армяне. То есть вот это самый корень, вот моя фамилия Арийские. Есть Саиян. Саиян, да, это род Саи, оттуда. То есть самый, что ни на есть, настоящие армяне.
но я была единственная исполнительница русских народных песен не русского, происхождения. Маргарита, какие планы у тебя на ближайшее будущее? Чем ты собираешься заниматься? Какие у тебя планы? Это очень хороший вопрос. Я только сегодня говорила с мамой об этом. Почему? Потому что... Ты всегда делишься с мамой? Да, мама мой близкий друг, и моя дочь моя очень близкая девочка. То есть, планы... Конечно, ни один артист не хочет уходить со сцены. К сожалению, мы, артисты, всегда ждем, когда нас уже вытолкнут оттуда. Даже до старости мы хотим петь, но мы не понимаем того, что мы уже не сценичны. Время уходить. То есть мы ждем тогда, когда нам кто-то об этом скажет. Но я думаю, что я постараюсь еще немножко находиться в форме, чтобы продолжить то дело, чем я занимаюсь. И если я уже совсем состарюсь, то я уже нашла себе, так сказать, театр. Да. Здесь, в Америке, в Palm Spring. Այո, ապրիլը շատ հետաքրքիր մի ամիս է, շատ հետաքրքիր մի ամիս է նաև ջազի սիրահարների համար, քանի որ մեր համայնքի բազմաթիվ մշակութային միջոցառումների մեջ մի շատ նշանակալից իրադարձություն է ջազային երգչուհի Տաթևիկ Հովանիսյանի համերգը, որը տեղի կունենա ապրիլի 19-ին Գլենդելի Հուվեր Հայ Սքուլի դահլիճում։ Երգչուհու երկրպագուները երևի թե չեն մոռացել այն անմոռաց համերգը, որը տեղի ունեցավ անցյալ տարի Ստարս թատրոնում, դե ինչ, կարծում եմ, որ մենք կհանդիպենք այդ համերգին։ Եվ վերջում կուզեի հիշեցնել բոլոր հետաքրքրվող կողմերին, որ ձեր համերգային և թատերական հայտարարությունները կարող եք տեղադրել Էքսպրեսի ազդագիր բաժնում։ Այսօր այսքանը։ Դե ինչ, ավարտվեց մեր հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Ցտեսություն։